Я забыл, когда был дома. Жизнь как карусель, и с тобой мы не встречались больше двух недель. Жду тебя я на Тверской ровно в 6 часов. Не пришла, и слава богу, надоело. Все. Вижу рядом девушка, кого-то ждет. Сразу видно по всему, он тоже не придет. Вы почему такая странная? Вы почему такая грустная? И как-то смотрите растерянно, и по щеке бежит слеза, как будто гостья вы незваная. В который раз вы одинокая? Нет, не все еще потеряно. У вас красивые глаза. Я, пожалуй, пойду, сам не знаю куда. Жаль, не встретимся мы никогда. Одинокая, 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 совсем одна. Нет, 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 нет. Вы простите, ради бога. Можно вас спросить? Может, вовсе и не стоит так о нем грустить. Сколько дружб и встреч напрасных, так было и со мной. Дайте руку, улыбнитесь, вас я провожу домой. Ох, сколько дружб и встреч напрасных, так было и со мной. Дайте руку, не грустите, вас я провожу домой. Друг ваш знакомый появляется, наверное, часто так случается. Идет уверенной походкою с букетом алых роз. Идет, смущенно улыбается, ну и, конечно, извиняется. А сердце грустью наполняется, и не на шутку, а всерьез. Если встретились, значит, это любовь. Будьте счастливы вы всегда. Одиночество, 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 моя судьба. Одиночество, одиночество, одиночество.